воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене в гостях громадський діяч, дуже цікава, непересічна людина, Олександр Сухарський. Вітаю у нас в студії. Здравствуйте, Тарас. Я хотів би вас запитати, ну ви громадський діяч, от чим саме ви займаєтесь? Я багато-багато чув і, в принципі, впевнений, що у нас наші телеглядачі теж чули про таку громадську організацію «Братія». Ви очолюєте. Чим займається ця організація? Да, я дійсно возглавляю общественную організацію «Братія» з 2016 року, основання нашої організації. Ну, от уже на протяжении 4 лет ми займаємося антиколлекторською, на определенном уровне антирейдерской деятельностью. В общем, если обобщить мой ответ, то я хотел бы сказать, что мы не отворачиваемся от просьб людей, а стараемся максимально им помочь. Максимально им помочь не быть одними, не оставаться наедине с ихними проблемами. Ну, це от колекторская, ну, с коллекторами вы... Тобто допомагаєте, захищаєте людей від колекторів. А це дійсно зараз настільки велика проблема, що воно якось загрожує громадянам України? Ну, давайте розсуждати так. Учитывая, що за останні 3-4 роки ми допомогли сотням сімей, давайте з цього будемо розсуждати. Це актуальна проблема або ж не актуальна? То есть я думаю, что если в таком количестве люди обреченно обращаются и пытаются в нас найти какую-то там фундаментальную точку опоры, людей, найти людей, которые не обманут, не продадут, не предадут, на сегодняшний день это большая редкость. И если мы такое доверие у них вызываем, значит наша деятельность необходима, она актуальна, и я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Это будь-які люди можуть звернутися, да? Совершенно верно. Мы ж то, в принципе, допомагаємо. Ну, а якщо людина прогуляла десь в казино гроші і потім от підписала якусь бумагу і вже, ну, в принципі, все зробила для того, щоб втратити своє майно, от все одно будете допомагати, будете на боці цієї людини? Чи самі теж вирішуєте, наскільки цей складний випадок, чи вартує, чи не вартує за цю людину заступатися? Ні, звісно ж, беззаконня ми не поощряємо. Тобто, як би, егоїзм ми теж не поощряємо. І потрібно розуміти, що в нашій організації є юридичний відділ, де інформація обрабатывається, їй дається оцінка, і після цього ми приймаємо рішення допомагати, або ж... оставить без внимания ту или иную просьбу сограждан. Да, в большинстве случаев мы, безусловно, помогаем людям. И эта помощь, я еще раз подчеркиваю, в конце все понимают, что это необходимо было делать. Но есть и проходимцы, я мягко выражусь, которые действительно хотят, чтобы поощряли беззаконие и зло процветало. Безусловно, таким людям мы не помогаем. Корректно извинившись, просим по їхньому вопросу більше не беспокоїти. А як взагалі до вашої організації можна звернутися? Де знайти? Ви знаєте, у нас є сайт, у нас є гаряча лінія, у нас є юрвідділ, але при всьому при цьому мало хто користується услугами інтернету, в основному це сарафанне радіо. Це саме найкраще і щире радіо, яке може існувати тільки. Як-то так. Сосед біжить к соседу, кум біжить к куму, друг біжить к другу. І по такій цепочці ми працюємо і намагаємося допомогти людям. Ну, ви якусь статистику взагалі ведете? Ну, я просто хотів би зрозуміти динаміку звернення до вас. Може, ви десь зовнішню статистику берете і дивитесь, скільки людей там потребують допомоги? Хотілося б розуміти, ми йдемо до покращення, чи ми йдемо, може, навпаки, кудись в якусь прірву?
Ну, давайте так. Пик пришел на 15-16 год. То есть, как бы по итогам 15 года, значит, мы приняли решение объединить большое количество людей в единую организацию. У нас больше 400 человек. Вот, в большинстве случаев это все взрослые мужчины, которые понимают, что происходит в стране, что происходит с нашими согражданами и что необходимо оказывать помощь. То есть мы приняли решение, зарегистрировали организацию и руку помощи, я же говорю, стараемся протягивать каждому нуждающимся, но не переходить закон и не поощрять беззаконие. Вот как-то в этих рамках мы работаем. Яка категорія людей частіше за всього звертається? Це, мабуть, я так розумію, що з 15-го року це люди, які брали, мабуть, іпотечні, ну, тобто кредити на житло в доларах. Совершенно верно. То есть это большое количество людей, которые взяли когда-то кредиты по 5,8, а столкнулись с тем, что отдавать им необходимо по 25 и по 28. То есть как бы это, ну, большой разрыв. И то, что ни социальные службы не вырабатывают там предпроекты какие-то в отношении того, чтобы потом дальше подать в Верховный Совет и проголосовать за тот или иной закон. Но, скажем так, что сталкиваемся с тем, что никому это не нужно. То есть никто не хочет с этим считаться, никто не хочет с этим возиться, денег это не приносит. Тобто, ну, це не треба тим, хто зараз керує, скажімо так, да? То людям це потрібно, вони шукають допомоги, але їх не чують. Я хочу сказати, що глупо було б обвиняти тільки якусь одну власть. Mm-hmm. Тобто, грубо говоря, власть президента Януковича, или же власть президента Порошенка, или же обвинять уже эту действующую власть Зеленского в том, что не предпринимаются или не предпринимались какие-то меры. Я просто могу сказать, что это никому не нужно, и оно происходит так, как происходит. То есть, это, ну, будем говорить так, плывет по течению, а там будет, что будет. Тобто... Это абсолютно неправильно, это абсолютно недопустимо, если мы считаем себя продвинутой какой-то страной, если нам не безразличны наши люди, то необходимо такими вопросами заниматься, но, к сожалению, ими никто не занимается. И вы хотели бы, в принципе, в свой час безпосередньо в якості людини, яка при владі, могла би впливати на ці події. До чого я веду? Я знаю, що ви приймали участь в виборах в Верховну Раду України. От, яка мета була? Хотілося б дізнатися. Ну, я так приблизно сказав, що ви хочете, мабуть, ізнутрі щось змінити. А може, і не хочете, може, у вас якісь свої ідеї були. І друге питання. Ви зараз задоволені, що ви не попали в цю Верховну Раду? Чи, може, все ж хотіли би там опинитися от на даний момент? Ну, да, дійсно, я в этот созыв балотировался в Верховный Совет України, значит, по 213-му мажоритарному округу, это у нас Троєщина, Деснянський район. Безусловно, для того, чтобы иметь более весомые рычаги влияния, воздействия. То есть необходимо, ну, я считаю, что помогать нашим правоохранительным органам принимать правильные решения в отношении того, чтобы они, значит, и сроки выдерживали, и свои функциональные обязанности выполняли более профессионально. Необходимо иметь немножко другой важель вплыва, чем общественная какая-то просьба или же общественное давление. То есть необходимо, чтобы в рамках законодательных было прописано то, что если ты, вот, будучи правоохранительным исполнителем, не выполнишь вот в такой срок, то тебя, безусловно, ждет наказание. И как раз депутаты Верховного Совета на это имеют право. Вот. Давить, заставлять, значит, принуждать. Вот. Но сказать о том, что... Більш переконливыми в спілкуванні с правоохранителями. Совершенно верно. Говорить о том, что я жалею, что я туда попал или же не попал, ну, скажу так, сожалеть ни о чем не стоит. Вот.
попасть в Верховный Совет и ни на что не влиять, значит, это фактически наводит на мысль, что хорошо, что я туда не попал. Вот. Но то, что, с чем я в процессе избирательной кампании столкнулся, то, конечно, это меня, безусловно, очень сильно расстроило. Расстроило восприятие нашими людьми этих государственных служащих или, значит, депутатов избираемых, как они к ним относятся. То есть фактически подавляющая масса людей за нормальных людей их не считает. Вот. И если ты баллотируешься и говоришь, что будет там все честно и ответственно жестко, их это не волнует. Ты либо же вкопай лавочки, либо посади деревья, либо покрась в парадном и установи стекла. В общем, все сводится к меркантильным интересам. Дай мне здесь и сейчас, а то, что ты потом будешь воровать или же там участвовать в каких-то схемах, нас это не интересует. Это, безусловно, ужасно. А руки не выпускаются после такого? Совершенно верно. Это, безусловно, ужасная тенденция. И после этого вот как раз я пообщался с народом, я в большом количестве и пообщался, и получил много такой информации, от которой у меня действительно опустились руки. И я вот, грубо говоря, вот первый раз, значит, у меня в 41 год посетила меня мысль о том, что, возможно, я бы и рассматривал вариант, ну, находиться в другой стране, там, жить уже, как бы, не прикладывая усилия для того, чтобы что-то изменить в своей. Да, действительно, такие мысли были. Ну, знаете, вы не перша и не остання людина, яка з такими мислями до нас приходить. Я так розумію, що якщо будуть, ну, будуть у нас в будь-якому випадку знов вибори в Верховну Раду, пройде деякий час, тобто вас не слід очікувати серед людей, які будуть намагатися знов туди попасти. Тарас, я скажу так. Чи може через пару років все зміниться, знов з'явиться це натхнення допомагати людям і... Просто мати корочку депутата Верховного Совета. І це ж непогано. Даже не имея иммунитета депутатского, в принципе, оно мне, в принципе, не нужно. То есть от этого ни холодно, ни жарко. Где-то, чтобы зайти в историю Украины, просто чтобы записали, что ты когда-то был депутатом Верховного Совета Украины, то... Це раз. По-друге, непогана пенсия, до речи. Ну... Лікування, феофанії. Смотрите, у меня все это есть и сейчас. То есть, как бы, я не про пенсию и лекувание, а возможности нормально жить, нормально существовать, нормально. Я без каких-то либо вообразимых или желаемых там меркантильных интересов могу сказать нормально, предостаточно. То есть, как бы, говорить о том, что мне нужно больше, нет, мне нужно другое. Я отец троих детей, и мне необходимо, чтобы мои дети действительно учились, действительно пользовались медициной в нашей стране. И для этого необходимо менять ту тенденцию, которая сейчас в нашей стране происходит. Я не могу назвать, что там, в государстве Украина. Я уже не могу использовать такие слова. Я могу сказать о том, что в нашей стране не более. Давайте перейдемо до наступної теми. Я хотів би поговорити про людину, яку ми всі дуже непогано знаємо, з якою ви навчалися разом в Національній академії державного управління при президентові. Ви навчалися з... Тобто вашим сокурсником був Олексій Гончарук. Що ви можете сказати? Ви разом сиділи чи окремо? Ну, у нас була одна велика аудиторія, де ми знаходилися все вместе. Ну, і також були підгрупи, кожна зі своїми наклонностями, я маю в виду познання, наклонностями познання, які посещали, ну, дополнительно ще ребята в кожній групі віддельно. Дійсно, Олексій вчився з нами в групі на... Большой поток у нас был 200 с чем-то человек. Вот,
Алексей произвел на меня достаточно хорошее впечатление. То есть он тобто ще... ви розуміли, що це майбутній прем'єр-міністр України? Ні, я цього не розумів. Я хочу сказати, що він просто произвел на мене хороше впечатление в плані інтелігентного, здержаного, ну, коректного чоловіка. Вот. Все. Ну, не очікував, що він... Ну, тобто він не так сильно з потоку виділявся людей? Ні, я ж говорю... Человек, который интеллигентен, сдержан и... Ну, это уже непогано. Да, это уже приятно, хорошо. В принципе, да, есть... да, потому что прогуляющийся вулицами Киева иногда можно... Да. Ни преступник, то есть как бы это уже, да, это уже хорошо. Ну, скажите, у вас відбуваються якісь зустрічі випускників? Да, у нас группа выпускников нашего курса, как бы мы находимся в чате в одном, все поздравляем друг друга с праздниками там. І коли ви зустрічаєтесь, просто я як собі уявляю, якщо ми, наприклад, всі зустрічаємося там, з ким ми навчалися разом, то, в принципі, люди готуються до цієї зустрічі, вони, якщо мають можливість, то вони купують гарну автівку і приїжджають прямо до входу чи виходу, щоб показати, що в мене все гаразд, нормально. І чим краще положення соціальної людини, то тим більше вона прагне до того, щоб зустрітися зі своїми сокурсниками, невдахами, нездарами, щоб показати її. От дивіться, чого я, до чого я дожився. Я понял. Олексій приходив от, так на зустріч і, ну, в якості, наприклад, прем'єр-міністра. Ну, давайте так. В якості прем'єр-міністра ми ще не зустрічалися, ну, в качестві прем'єр-міністра. Він ще, значить, ну, скажу так, Алексей не посещав наших післявипускних мероприятий ні разу. Чому? Ну, може бути, по причині загрузки, або ж своєї професійної діяльності, змінення, може бути, своєї професійної діяльності. Тобто кар'єра пішла якось активно. Але Національна академія госуправління – це, як правило, вже тот вуз, куда приходят взрослые люди. То есть вот этот вот показушный пафос, он в принципе, ну, приемлем, может быть, когда люди заканчивают первое учебное заведение. То есть это, ну, там, Нархоз, Шевченко, то есть будучи еще там молодыми людьми, и когда еще есть нужда в самоутверждении. В Национальную академию приходят уже взрослые люди. Это уже и... Могут быть бывшие депутаты, могут быть действующие депутаты там, областных рад, сел, там, ну, неважно. То есть как бы представители уже властной структуры. То есть, и они приходят за дополнительными знаниями, чтобы повысить свою квалификацию. Ну, такие люди взагалі набагато сильніше мають прагнути до того, щоб тримати ці стосунки. Ну, якщо всі такі серйозні. Ну, я так скажу, что видно. По людям, видно по людям, что значит, в большинстве своем, да, никто ничего нового не придумал. Хочешь проверить человека, дай ему власть и деньги. То есть, как бы, вот и мы смотрим тенденцию его деградации в большинстве своем. Безусловно, есть достойные люди, есть достойные, но очень-очень мало. Очень-очень мало, и они, попадая туда, находятся не в своей тарелке, я бы так сказал. То есть они находятся в обществе, где чувствуют себя дискомфортно. Вот. И это тоже есть неприемлемым для высоких государственных органов. Скажіть, будь ласка, ну, ви так, в принципі, з Олексієм, я зрозумів, спілкувалися. Можете сказати, яку музику він слухав на той момент? Чи слухав він Сокиру Перена, гурт такий, чи ні? Ні, я не інтересувався. Може, з того часу це... Ні, я не інтересувався, я ж говорю, подчеркну, що НАДУ – це все-таки вже орган, вірніше, господи, учебное заведение, будем говорить так, это по старому штатному расписанию высшая партийная школа. Вот, куда люди уже приходят сформированные. То есть я думаю, что... И на эти темы они уже не спелкуются. Да, они уже больше общаются, ну, на другие темы. Вот, и, ну, безусловно, присутствует сдерживающий фактор, потому как и преподаватели достаточно серьезные люди, и сокурсники ихние тоже достаточно серьезные люди. Я же еще раз подчеркну, там и бывшие министры бывают, и там... нынешние министры, так что и действующие депутаты Верховного Совета, то есть как бы, ну вот так сложилось, что в группе, вот видите, там у нас и премьер, и
депутаты Верховного Совета. То же самое, вот, ну, прошлых созывов или же нынешнего, то есть присутствия на потоке. Тоді давайте перейдемо по касательній знов Олексія Гончурка, будемо чіпляти. Як ви відноситесь до ринку землі, до відкриття ринку землі? От хотілося б, давайте скажімо, ваше ставлення і, може, ставлення ваших друзів із Геобратія. Тобто ви підтримуєте це рішення чи, може, навпаки? Наша общественная организация в большинстве своем, подавляющем большинстве своем, не принимает и не поддерживает инициативу рынка земли. Почему? Почему? Потому что, может быть, в продвинутых странах, которой Украина сейчас не является, это есть и нормальная тенденция, и рынок земли, и банк земли, и какие-то вещи, которые связаны с тем, что происходит упорядочение, происходит оформление, происходит, действительно, нету никакого обмана, а люди действительно становятся полноправными собственниками своей земли, на которой они будут трудиться, значит, которая перейдет их детям. Значит, такой тенденции мы не наблюдаем вообще. И мы даже не наблюдаем людей, которые эти бы реформы мы доверили. Поэтому на сегодняшнем этапе однозначно нет, ни в каком виде. Вот, мы, я имею в виду общественная организация «Братья», тоже достаточно взрослые люди все. Средний возраст где-то в районе 40 лет. Поэтому мы вникаем, мы просвещаемся, вот, но на эту тенденцию в теперешнем виде жестко реагируем. Я приведу параллельный пример. Трансплантация органов в Украине, она тоже необходима, чтобы она была. И это есть нормальная европейская, там, мировая практика, но опять-таки продвинутых стран. Вот, если же сейчас внедрять эту практику в нынешних условиях функционирования там правоохранительной системы, Министерство здравоохранения, я вам хочу сказать, что будут серьезные преступления. Будут серьезные преступления. Люди и совершенно потом... верно. Некоторые просто перестанут доживать до больницы. Доезжать до больницы, доживать до больницы. И это будет поставлено на поток. Это личное мое мнение. Вот. Такие тенденции, как рынок земли, как трансплантация органов в Украине, они, безусловно, они должны быть, но они... Треба бути підготувати почву, як то кажуть. Совершенно верно. Фундаментировать. То есть, как бы, есть, заложить фундамент, а прежде всего дать Министерству образования сформировать, значит, ВУЗ, пусть это будет даже не вновь сформированный, а хорошо модернизированная Национальная академия госуправления при президенте Украины, где производился бы жесткий отбор кадров, которые были бы и которые бы имели возможность, первоочередную возможность получать государственные должности и выполнять свои функциональные обязанности, но при тотальном контроле. Это все придется останавливать. Нам треба спочатку дуже гарно попрацювати до того, щоб зробити фундамент і обґрунтувати, нормально обґрунтувати людям, що це потрібно робити. Совершенно верно. Почему, вот, допустим, мы это не принимаем? Еще добавлю, что где референдум по этому вопросу, чтобы увидели, какое большинство, подавляющее большинство людей скажут нет. Почему нет? Потому что на манеже одни и те же. Тенденция не поменялась, фактически одни сменили других. Мы это не принимаем. Давайте так, могу сказать открыто. У нас, у меня лично, к фракции «Слуга народа», значит, доверие падает к президенту Зеленскому. Пока доверие остается. Почему? Потому что мы видим, что происходит во фракции «Слуга народа», мы понимаем, что, значит, и ребята столкнулись с большой кадровой проблемой. Какой-то заехал троянский кинь, и звідти высыпались люди, которых
В принципі, ми всі не очікували, і розуміємо, що президент теж не очікував. Є люди, які на них впливають, і ми це теж бачимо. Вот. Поки приємлемо відносимося к Зеленскому. Чому? Тому що любой другой человек, который бы столкнулся с той гидрой, с той системой, выстроенной за 27 лет, которую необходимо менять, ломать и в принудительном порядке заставлять меняться. А мы имеем сегодня президента, я бы сказал, национальное достояние. То есть это был прекрасный актер и человек, в принципе, который не заканчивал... Значит, у нас еще чудовый боксер был теж достоянием. Не заканчивал национальных академий, не получал определенных знаний и, будем говорить, будучи просто нормальным человеком, столкнулся с тем, с чем столкнулся. Вот. Я считаю, что в нынешних условиях Владимир Александрович, я думаю, что породит спрос на следующие выборы на тоталитарного человека. Авторитарного и тоталитарного человека. Но тот, который будет принудительно наказывать и своих, и чужих. Вот. Дякую. Дякую за вашу експертну думку. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що сьогодні вони нам розкажуть. Дивимось. Це ТВУ! То блогери України. 17 января в газете Guardian вышел материал, в котором говорилось, что символ Greenpeace внесен в список экстремистских символов, которые перечисляли в специальном руководстве, подготовленном британскими правоохранителями. Эта брошюра в 24 страницы также содержит символику леворадикальных и праворадикальных движений. Оказалось, что в пособии на странице «Тату» был указан и украинский трезубец с подписью «националистический». При этом рядом были размещены также символы нацистские, скажем так. Свастики, орлы, кельтский крест. В разделе символов праворадикалов логотип батальона «Азов». При этом поясняется, что группы сторонников белого превосходства, которым причислили и «Азов», верят, что белая раса обладает определенными психическими и ментальными качествами, которые позволяют ей иметь превосходство над другими расами, скажем так, превалировать. В списке также оказался символ «Волчий крюк», который тоже активно используют в батальоне «Азов» в качестве символики. Данное пособие было подготовлено антитеррористическим отделом британской полиции и распространено по всей стране в рамках программы «Превенция по борьбе с радикализацией». Меры направлены на то, чтобы выявить людей, которые могут составлять потенциальную угрозу. Посольство Украины в Великобритании отреагировало на этот факт и обратилось к британским властям с просьбой убрать один из национальных символов Украины, трезубец, из этого списка, так как он, согласно Конституции Украины, является государственным символом. О символах Азова речь в заявлении не шла. Размещение трезуба, конституционного национального символа и герба Украины в руководстве по противодействию экстремизму, изданном антитеррористической полицией для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, является крайне возмутительным. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец из руководства с официальными извинениями, заявили в посольстве. На следующий день последовал и ответ. Заявление спикера британского парламента на своей страничке Facebook разместило у себя и посольство Великобритании в Киеве. Итак, британская власть глубоко уважает официальные символы украинской государственности, в том числе государственный флаг, герб и гимн Украины. Мы признаем, что трезуб как главный элемент государственного герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины. Великобритания остается на позиции полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы надеемся на углубление наших двусторонних отношений в последующие годы. При этом из этого заявления не следует, что трезубец исключат из перечня экстремистских символов. А также не были принесены извинения, как того требовала украинская сторона. Просто британцы очень тонко и дипломатично, можно так сказать, послали
наших дипломатів. Тут немає табу. Олександр, дуже дякую вам за те, що ви були у нас сьогодні в програмі. Дуже цікаво, я сподіваюся, і не тільки для мене, але й для наших телеглядачів. Звертайтесь в Геобратія, якщо вам потрібна допомога, але тільки в тому випадку, якщо ви самі чесна людина. От. Дуже дякую вам. Дорогі друзі, а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ Топ-блогери України. Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами і не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.